Народный артист РСФСР Валентин Гав госпитализирован в одну из московских клиник по просьбе родственников, передает РАН-ТВ. Как сообщает источник телеканала, самочувствие Валентина Гафта ухудшилось на фоне стресса. В больнице актер находится уже третий день. Реклама: после обследования медики намерены направить Гафта на отдых в пансионат. Утверждается, что сейчас у артиста нарушена речь и заторможена моторика. Ранее Валентин Гафт отреагировал на известие о смерти Владимира Этуша.